Напряженным выдался день 22 марта для участников финала чемпионата города по футзалу «Зима-весна 2014-2015». На решающий матч за первое место между китами измаильского футзала, командами «Евромода» и «Сигнал» пришло посмотреть много болельщиков. Еще бы, ведь сражались два непримиримых соперника, и «Сигналу» сильно хотелось взять реванш за проигранный «Евромоде» кубок города. Но «Евромодовцы» были настроены не менее решительно. Когда ты в полушаге от победы, пасовать не принято. Борьба была жесткой. Страсти накаляли с каждой минутой. И все-таки победила «Евромода» со счетом 3-2 и стала чемпионом футзального сезона. 5 месяцев длился спор на лучшую команду высшей лиги. И первое место в упорной борьбе «Интрига» заключалось в том, что «Евромода» устраивала ничья, «Сигнал» нужна была победа. Игра получалась интересной и показывающая высокий уровень футбола в городе Измаиле. Церемонию награждения победителей осуществляли городской глава Андрей Абрамченко, начальник городского отдела по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Мурев и наш гость из Киева, председатель комитета аматорского и массового футзала Ассоциации футзала Украины Сергей Бабиков. Наградили также команду «Таможенник» за третье место и «Сигнал» за второе. Оксана Картелян, веб-студия «Курьер».